Всем привет! С вами Маша из EC Helper. И сегодня я расскажу вам про такую ошибку, которую я совершенно случайно нашла. И она есть только у людей из России. Итак, смотрим. У нас здесь запрос Christmas Gift. И мы видим 871 результат. Кстати, когда я его нашла, сегодня утром, было 700 результатов. То есть еще 100 человек совершили эту же ошибку. Ну, не 100 человек, а на 100 товарах допустили эту же ошибку. И здесь у меня тоже Christmas Gift, но здесь у меня 3 миллиона 800 результатов. Можно предположить, что второй вариант правильный, хотя написанное не абсолютно верно. В чем же заключается ошибка? Я думаю, многие уже догадались. Это схожесть буквы C и S на клавиатуре. Как мы можем часто делать? Мы набираем... Ага, видим, что у нас русская раскладка. Удаляем только первые две буквы, а си оставляем. И пишем дальше Christmas. У меня стоит подчеркивание, то, что написано неправильно. Но, тем не менее, все эти товары, то есть вы представьте, да, то есть это не 5 товаров, не 10. То есть 800 результатов, 800 товаров – это довольно-таки нормальное количество. Скорее всего, в дальнейшем после первой ошибки авторы просто копировали листинги и повторяли эту ошибку из листинга в листинг. Поэтому обязательно проверяйте не только там, где у вас Christmas, да, но и другие товары, где у вас может использоваться буква C, и вдруг вы случайно ее где-то заменили. Как это можно легко проверить? Сейчас мы проверим букву Christmas, слово неправильное. Вы заходите в листинги, и у вас тут есть такой search, поиск. Если мы вводим слово Christmas, сейчас он нам находит товар, где неправильно написана буква C. То есть, да? То есть я сейчас специально написала, чтобы показать вам, как это все ищется. Как только я исправлю, он отсюда исчезнет. Сейчас я хочу проверить, если я напишу только букву S русскую, он найдет ее или нет? Что вы проверили именно на написание русской буквы. Так, это была английская. Нет, так он не находит. Нужно именно писать полностью фразу, которая может содержать эту букву. После того, как вы исправите здесь, в вашем листинге, просто товар сохраняете, и у вас все снова будет нормально. Поэтому будьте внимательны. Не ленитесь ошибки исправлять полностью, иначе никто не сможет найти ваш товар. Ведь вот эти люди, которые написали с ошибкой, скорее всего, думают, что у них мало просмотров и просто ничего не работает на сайте. На этом все. Пока-пока. Если информация была для вас полезной, ставьте лайк. Если не очень, то можете ставить дизлайк.